сегодня я снимаю репортаж по нашему саду. Здесь у нас стол и 4 стула. А здесь 2 грядки с цветами. Я их покажу очень близко. Вот. Здесь у нас ромашки. А здесь черная смородина и мята. Вот. Здесь у нас растет вся зелень. Здесь маленький лучок. Здесь петрушка. А здесь мой любимый укропчик. Вот здесь еще зелень. Здесь салат растет, например. Здесь растет земляничка и клубника. Здесь растет чеснок. А здесь лук. Здесь растет морковка вместе с укропом. Здесь растут баклажаны. Здесь растут помидорки. Много помидорок. А здесь растет у нас клубничка. Смотрите. Вот она. И еще одна. Она зелено-красная, потому что она еще не соспела. Вот. Здесь у нас растут огурцы. Скоро, через недельки две, мы их уже будем собирать. А здесь растет малина, но мы ее переместили. А здесь у нас рыга. Здесь дедушка, второй дедушкин дом. Потому что здесь стоят наши велосипеды. Это Аринин велосипед. И мой с мамой стоит у нас рядом с домом. Потом я вам покажу еще его. Вот. Здесь дедушка у нас работает. Здесь у нас баня. Вот она еще здесь, малина. Вот она. Здесь еще лук. Здесь свекла. А здесь картошка. Вот. Здесь еще лук. А здесь у нас капуста. А дальше идет уже не знаю что. Лук. Лугом пруд. А это моя бабушка. Моя бабушка дружит села. Это ее инвентарь. Она подкармливает растения. А это у нас виноград, да? А это у нас виноград. Ваню красивый не сняла. Сейчас я возьму ключ и покажу, вот что у меня. Вот отсюда вот надо издалека снять. Вот. Просто камера очень близкая. С этой стороны не надо, тут некрасиво. Надо же где окошечки. Сейчас. Красиво. Я быстро. Вот. Нет, возьму круг. Ой, и кстати, это моя сестренка Риша. Пойдем сейчас от.